Если ты знаешь, кто такой Оптимус Прайм, поставь лайк за 3 секунды, я считаю. Раз, два, три. Всем привет, ребятки! С вами, как всегда, Allplay, и добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в нашу новую игрушку, которая называется Robots Attack. В этой игре, ребят, мы с вами должны зарабатывать деньги, и потом за эти деньги мы с вами должны покупать различные части различных монстров. Я немножко уже поиграл в эту игрушку, заработал немножко денег и прикупил довольно-таки большое количество этих частей. Сейчас мы с вами будем создавать этих монстров, и за них же как раз-таки и будем играть. Ну что ж, друзья, давайте тогда сперва начнем мы с вами самых первых наших монстров. Это у нас будет Железный Человек. Сперва выбираем голову. Здесь вы видите, у нас уже появились туловища. Я уже все туловища выкупил, а дальше у нас уже пошли ручки. Кое-какие ручки я тут выкупил, кое-какие ручки нам с вами предстоит еще выкупить в процессе игры. Сегодня, я думаю, мы с вами это сделаем. Ну что же, ставим тогда две ручки, правую и левую, и здесь вот у нас уже пошли ноги. Ноги у нас тоже уже все выкуплены, поэтому мы с вами можем выбирать ножки нашего айронменчика, и сейчас мы с вами будем уже играть за нашего Железного Человека. Что же нам здесь нужно делать? На нас тут будут нападать различные, как вы видите, мобы и роботы, и нам нужно их уничтожать. Когда мы с вами уничтожаем этих роботов, с них выпадают деньги, и потом в конце игры мы с вами можем эти деньги собирать, ну вернее, они автоматически к нам добавляются, и за эти деньги мы с вами можем выкупать уже новых монстров. Ну что же, давайте тогда попробуем уже других роботов уничтожить. Это у нас, ребятушки, уже роботы второго класса. Они, во-первых, и чуть-чуточку посильнее, и чуть-чуточку поуронее. Мы с вами этого робота тоже одного и другого уничтожили и переходим к самому финальному сражению. Здесь нам нужно будет уничтожить оставшихся всех роботов. Если мы с вами это делаем, то левел проходим. Вот эти вот все денежки нам автоматически добавляются, и за эти деньги мы с вами сможем выкупить себе обратно, как я сказал, какие-то новые части. Вот, походу, последний робот мы его с вами добиваем, и вуаля, этот левел у нас пройден. За этот левел мы с вами заработали 35 монеток. Отлично. Хорошо, давайте проверим следующего монстрика. Это у нас будет Хаги-Ваги. Голову тоже у нас мы выкупили, туловище выкупили, а вот ручка, по-моему, только одна у меня, видите, выкуплена у нашего Хаги-Ваги, вторая ручка пока закрыта. Мы с вами платим 15 монеток и вторую ручку тоже выкупаем. И здесь у нас осталось еще добавить ножки. Все, ребятки, наш Хаги-Ваги уже полностью готов, и сейчас мы с вами за него, наверное, и будем сражаться. Что нам нужно делать? По-моему, в отличие от нашего айронменчика, он у нас в ближнем бою очень хорош. То есть нам нужно будет подходить вплотную к монстру, и после того, когда мы с вами вплотную подойдем к монстру, он своей рукой его разбивает. Хорошо, первую часть мы с вами зачистили. Это у нас уже вторая часть сейчас пойдет. Ой, ребятки, если честно, я даже не знаю, или я выиграю здесь, потому что у меня стало чуть больше половины здоровья. Все-таки с далека Iron Man был, мне кажется, немножечко посимпатичнее. Здесь нам нужно прям вплотную приближаться и уничтожать всех этих роботов, всех этих приспешников зла. Отлично, по-моему, остался еще один последний. Это даже, наверное, не робот, а какой-то кролик железный. Его мы с вами добиваем, и наш Хаги-Ваги приносит нам 40 монеток. Отлично. Следующий монстр у нас будет уже сиреноголовый. Тоже мы с вами все покупляли. А, нет, не все, ребятушки. Видите, здесь нам нужно еще сиреноголовому тоже приобрести ручку за 50 монеток. Ну, мы с вами это делаем, платим 50 монеток, и вот ручки у нас у сиреноголового уже готовы. И теперь добавляем еще ноги. Ребят, сегодня мы с вами проверим всех этих монстров, а потом будем их смешивать. Посмотрим, что у нас будет происходить. Да, мы с вами пока что играем как бы настоящими монстрами, можно сказать, оригинальными. А также в процессе игры, когда мы с вами поиграем за наших оригинальных монстров, мы с вами сделаем микс. То есть ручку, например, какого-то одного монстра, ногу другого, туловище третьего, голову четвертого и так далее и тому подобное. Посмотрим, как это у нас получится. Кстати, вот эти вот роботы большие уже немножечко, ребятушки, меня начали раздражать. О, у меня осталось уже меньше половины здоровья. Я не знаю, ли я пройду этот уровень за нашего сиреноголового. Мне кажется, что из всех монстров, за которых мы с вами сегодня играли, лучше всего был у нас Iron Man, потому что как раз-таки за нашего айронмена мы практически без труда всех выбили. Нет, ребятушки, наш с вами сиреноголовый тоже справился с поставленной задачей и тоже приносит нам победу. Следующий четвертый монстрик, это у нас будет уже Оптимус Прайм. Нам нужно его тоже собрать. Ручки я, по-моему, ему уже купил. Да, вот смотрите, ребята, какие у него крутые руки. Ну и теперь мы с вами можем еще ножки добавить ему, и вот у нас получился такой вот прикольный Оптимус Прайм. Отлично. Так, что он делает? Он, по-моему, тоже в ближнем бою сражается.
Да, вот видите, он похож на сиреноголового. Он тоже сражается в ближнем бою. Сейчас мы с вами еще вот этого робота попробуем уничтожить. Ой-ой-ой, ребятушки, если честно, я не знаю. Наверное, в этот раз мы с вами за нашего Оптимуса Прайма все-таки не пройдем этот левел, потому что, глядите, у меня очень мало осталось здоровья. Оптимус Прайм, конечно, хороший герой, но он, ребятушки, только в ближнем бою хорош. А тут сдалека мне просто-напросто какие-то роботы стреляют ракетами своими. Сейчас мы с вами попробуем их разорвать. О, нет, ребят, возможно, и выиграем. Остался у нас тут самый главный робот, которого нам нужно сейчас будет просто-напросто добить. Мы его с вами добиваем, и обратно же за нашего нового супергероя Оптимуса Прайма мы с вами побеждаем. Ну и осталось у нас тут еще, конечно же, наша Хаги-Ваги-Мама Длинные Ноги. По-моему, ей я тоже уже все прикупил. Вот мы с вами выставляем ручки. И осталось нам еще добавить ножки. И вот наша с вами героиня, наш с вами герой готов к сражению. Сейчас мы с вами, по-моему, сдалека будем уничтожать все силы зла. Ты стреляешь или что ты делаешь? Да, ребят, смотрите, она стреляет. Это наша Хаги-Ваги-Мама Длинные Ноги. Если честно, очень уронисто стреляет. По-моему, она намного уронистее, чем Iron Man была. Iron Man, по-моему, где-то за удара 3-4 этого робота выносил. А наша мама Хаги-Ваги-Мама Длинные Ноги это делает за 2-3 удара. Ух, ничего себе, да, очень она уронистая, ребят. Походу, это один из самых сильных героев, которых я открыл. Видите, я уже прошел 2 этапа, и еще ни разу по мне никто не попал. То есть, еще ни одного удара не было по мне произведено. Тут мне нужно сейчас еще вот этих вот роботов добить, и вот у нас остался последний робот. Мы его с вами добиваем, и вуаля, ребятки, смотрите, мы с вами выиграли этот левел вообще без одной царапины. Мы с вами уничтожили всех. Ну, а теперь, как я и говорил, мы с вами начнем миксовать, начнем смешивать наши героев. Так, давайте мы с вами голову, например, возьмем Оптимуса Прайма. Туловище мы с вами можем взять Iron Man. Руку. Давайте руку возьмем тоже одну. Нет, давайте, наверное, всех разных будем брать. Давайте мы с вами одну руку возьмем Хаги-Ваги-Мама Длинные Ноги, а другую руку возьмем просто Хаги-Ваги. Ну, а ножки можно нам взять уже сиреноголового. Вот такой вот у нас получился монстрик. Давайте посмотрим, какой он будет эффективный в сражениях. Ну, наверное, из-за того, что у нас ручка Хаги-Ваги-Мама Длинные Ноги, мы с вами все-таки уронистые. Но, правда, один разочек по мне уже попали. Ай-яй-яй, второй раз по мне попали. Да, хороший, конечно, воин, но, наверное, все-таки нам на такого воина больше не нужно брать. Сейчас я что-то другое, наверное, выберу. Что-то он мне не очень нравится. Он просто какой-то на вид не совсем такой прям мощный. Какой-то он на вид очень и очень худенький, щупленький, кажется. Сейчас мне нужно, наверное, будет его все-таки поменять. Ну, я думаю, что за этого монстра мы с вами уже железно этот уровень должны будем пройти. Вряд ли что-то произойдет. Вряд ли меня тот уничтожат. Кстати, из-за того, что у меня рука Хагива, я могу и в ближнем бою наносить повреждения. Давайте этого робота добьем в ближнем бою, и вуаля, мы с вами обратно же победили. Даже 70 монеток, по-моему, это максимальное количество денег, которое мы зарабатывали. Давайте, ребят, мы с вами чуть-чуточку поменяем. Давайте, наверное, выберем сиреноголового голову. Туловище мы с вами давайте возьмем уже. Давайте Хаги-Ваги Мама Длинные Ноги. Ручки мы с вами давайте возьмем, наверное, все-таки сиреноголового, а ноги мы с вами возьмем... Ну, давайте возьмем ноги, к примеру, Хаги-Ваги-Мама Длинные Ноги. У нас получилось тут, типа, монстрик из двух монстриков. Из Хаги-Ваги-Мама Длинные Ноги и из сиреноголового. Ну, здесь, ребятушки, довольно-таки серьезный воин, довольно-таки серьезный герой, и нам нужно только уничтожать наших противников, наших вот этих вот вражеских роботов в ближнем бою. Это, я думаю, мы с вами должны тоже сделать без особого затруднения. Ребятки, напишите прямо сейчас в комментариях, как вам кажется, какой из сегодняшних героев был самый-самый слабенький. В принципе, у нас там первый был это Железный Человек, потом у нас был Сиреноголовый, Хаги-Ваги, нет, Хаги-Ваги у нас был, потом был Сиреноголовый, потом у нас был Оптимус Прайм, и в конце был у нас герой Хаги-Ваги-Мама Длинные Ноги. Обязательно напишите в комментариях, какой из этих героев вам кажется самым слабым, и какой герой вам кажется самым сильным. Так, давайте еще немножко поэкспериментируем. Голову выбираем, к примеру, твою, туловище выбираем Хаги-Ваги, ручки давайте мы с вами выберем, наверное, одну Оптимуса Прайма, другую давайте мы с вами выберем Iron Man, и ноги мы с вами можем выбрать, к примеру, давайте тоже выберем Iron Man. Мне кажется, что ноги смотрятся довольно-таки прикольно у этого героя. Итак, наш с вами герой тоже уже готов, и что мы будем делать? Ну, во-первых, сдалека мы с вами можем по нашим врагам стрелять, а когда подойдем вплотную к ним, то рукой Оптимуса Прайма просто-напросто разрываем наших врагов.
врагов. Ой, ребятушки, что-то, если честно, у нас как-то игра не очень-то задалась прямо с самого начала. Смотрите, у меня осталось не так-то и много уже здоровья. Давайте добиваем этого робота вблизи. Глядите, ребятушки, где-то приблизительно 40% я здоровья уже потерял. Сейчас нам нужно, наверное, немножко поосторожнее играть. Желательно, друзья, чтобы нас не уничтожили на этом этапе. Нам с вами нужно будет еще один этап пройти. Сейчас этого робота добиваем. И вот у нас тут с левой стороны вверху еще один робот, которого нам нужно добить. Если мы с вами справимся с поставленной задачей, переходим к следующему этапу. Если зачистим уже полностью этот вот этап, полностью вот этих вот роботов, если мы сейчас с вами уничтожим, то уровень у нас пройден. Так, сколько там еще осталось? Еще осталось, ребятушки, 3 робота. Давайте попробуем тоже сдалека их пострелять. И вот у нас тут еще 2 робота слева и справа. Ну, здесь, ребятушки, мы с вами уже, наверное, 100% выигрываем. Вряд ли что-то произойдет, вряд ли нас что-то остановит. Отлично, ребят. Вот мы, в принципе, сегодня с вами проверили уже всех роботов. Всех роботов, всех героев. Тут у нас были и роботы, тут у нас были и другие различные супергерои. И я надеюсь, ребятушки, что эта игруха вам понравилась. Кому она понравилась, пускай поставит лайк. Также, ребят, не забывайте подписываться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, которые у меня выходят каждый день. С вами же был, как всегда, Allplay. Всем удачки, всем пока!